Министерство семейной и демографической политики Тверской области запустило акцию «Беременная – самая красивая». С начала 2023 года в Верхневолжье появились на свет более 3000 детей. Чтобы принять участие в акции, необходимо до 2 октября поделиться своими фотографиями, которые были сделаны в период ожидания малыша. Их нужно выложить в группе ВКонтакте «Тверская семья» под постом о проведении конкурса. Лучшие фотографии станут частью мини-экспозиции, которая будет представлена 7 октября в Тверском музее живописи на празднике, посвященному Дню беременных. Все участники акции получат электронный сертификат, а победители – дипломы конкурса. Губернатор Игорь Руденя поддержал эту инициативу. Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей. Мы решили узнать у тверичан, как они относятся к такому креативному подходу стимуляции позитивных демографических трендов. Ну, да, в будущем, конечно, это очень прекрасно, да. Дети, это очень хорошо, но главное, да, нести за них ответственность. Полезно. Конечно, мамы, очень будущие полезно, мамы, конечно. Допустим, да, которые хотят стать мамами, да, посмотрят. Что там определится? Может, советы они какие-то дадут, а почему бы и нет, да? Во-первых, поддержать таким образом и мамочек, и девушек, которые, может быть, в положении, и которые уже после родов, может быть, кто-то вспомнит, как это проходило, да, и вообще немножко отвлечься, мне кажется, потому что родительские будни, они совсем другие, нежели когда у тебя нет детей. Вот, мне кажется, очень хороший стимул такой для девчонок, да. Те, кто, наверное, любят, себя показывают, да, там, действительно, такой красивый период, что почему бы и нет, почему бы не поучаствовать. Девушки, выкладывая фото, делясь фотографиями вот этой части своей жизни, будут более открыты и более уверены в себе. Я думаю, любая инициатива касательно девушек в положении, помощи девушкам в положении очень помогут людям, потому что рождение ребенка – это всегда дополнительные затраты, всегда большая ответственность, поэтому такие мероприятия могут помочь людям решиться на этот шаг. В Верхневолжье в соответствии с задачей, представленной губернатором Игорем Руденей, семьям с детьми оказывается комплексная поддержка. Она реализуется в том числе по национальному проекту «Демография». Помощь начинается с содействия будущим мамам и молодым родителям. Беременные женщины и кормящие матери обеспечиваются полноценным питанием. Определен рекомендованный перечень продуктов. Питание назначается по медицинским показаниям. Помимо этого, беременным женщинам, проживающим в сельской местности, компенсируют проезд медицинские организации. При появлении на свет малыша родителям дарят набор для новорожденных. Предоставляется региональный материнский капитал при рождении третьего и последующих детей.